Здравствуйте. Сегодня Виктор и Василий помогут мне приготовить очень полезный смузи. В состав смузи у нас входит кокосовое молоко, естественно, без казеина, так как у нас безглютеновая и безказеиновая диета. Семена чиа. Семена чиа – это маленькие такие семечки. Наверное, многие с ними знакомы. Они очень полезны тем, что в них входят жирные кислоты омега-3, омега-6, больше, чем во все другие растения. Они помогают защищать сердце, печень. Они снижают уровень сахара, если кому нужно, в крови. Они стимулируют иммунитет. Их даже употребляют люди во время диеты, заменяя ими яйца, рыбу, молоко и многие другие продукты. И в смузи у нас входит немножечко замороженных ягод. Тут у нас вишенка и клубничка. И банан. Василий, пожалуйста, положи банан в чашку. Спасибо, выкини шкурку, пожалуйста. Виктор, положи, пожалуйста, ягодки в чашку. Хорошо, я кладу туда ягоды в чашку. Так. И, Виктор, насыпь, пожалуйста, семена чиа. Там ложечка мерная, достань. Сколько ложек? Половину мерной ложечки семян чиа. Вот так? Половину, да, вот так, спасибо. Засыпай. Спасибо. Теперь, Василий, налей, пожалуйста, кокосовое молоко. Я умею. Да я знаю. Сколько? Кокосовое молоко мы заливаем так, чтобы это все покрылось жидкостью. Примерно полчашки у нас получится. Заливаем, заливаем. Еще можно долить. Мам, мы еще купим. Вот так. Все, спасибо. Молоко закрой, пожалуйста, бери в холодильник. Виктор, можешь поставить блендер в чашку. Крепко держи. Ой, вот эта кнопка. Вот эта, крепко. Сможешь? Так. Спасибо, теперь я доделаю. Василий, доделайте, пожалуйста. И мы все это размалываем на... Вася, надо держать чашку. Мы все это размалываем на большой скорости. До получения некой однородной кашицы. Блендер отстегни, пожалуйста. Нет, вот отсюда. Вот так. А, понял. Так, спасибо. Теперь мы все это переливаем в чашку. Я возьму вот это. Наливай себе в чашку. Вот. У нас получается вот такое. Это можно пить из чашки, это можно есть ложкой, это можно пить через трубочку. Нормалек. Отлично. Ты тоже. И тебе, конечно. Сейчас дадим еще и Виктору обязательно. Всем пока.